Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от клуба дорог на знание правил дорожного движения. У кого из наших водителей больше всего разрешенных траекторий для движения? Нам предлагают следующие варианты ответов. У водителя красного автомобиля, у водителя зеленого автомобиля, или все же у обоих наших водителей одинаковое количество разрешенных траекторий. Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа, и время пошло. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе решаем нашу сегодняшнюю задачу. В данной ситуации разрешенные траектории для движения для наших водителей определяют знаки особых предписаний. Водитель зеленого автомобиля, двигаясь по крайней правой полосе и подчиняясь требованию знака 5.15.1, может двигаться прямо или направо. При этом поворот направо ему придется сделать на первом пересечении проезжих частей. Водитель красного автомобиля, который движется по крайне левой полосе, может проехать в прямом направлении. Кроме того, на втором пересечении проезжих частей он может выполнить поворот налево. А вот выполнить разворот в этой ситуации ему запрещается. Хотя встречная полоса для маршрутных транспортных средств уже закончилась, но развернувшись, водитель красного автомобиля заедет на полосу для маршрутных транспортных средств. А движение по данной полосе нашему водителю запрещается. Соответственно, у нашего водителя только две разрешенных траектории для движения. Разобрав все запреты, предписания и ограничения, мы с вами выяснили, что у обоих наших водителей одинаковое количество разрешенных траекторий на данном перекрестке. Правильный вариант ответа номер 3. Ну вот, на сегодня и все. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, поделитесь задачей с друзьями или прокомментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!